Ну что, ребят, всем привет. Вернулся сегодня ночью из города. И сразу с Андрюхой стартанули на охоту. Последние деньки. Осталось тут два денька буквально. И все, и охота закроется теперь до весны. Снега нынче вот еще добавило. Метели хорошие у нас тут были. То морозы 40 градусов, то резко сменились перепадом температуры до минус 6, минус 5 градусов. И все задуло. И заборов кое-где не видно. Но все равно снега еще мало. В феврале еще добавить. Не знаю, что получится, не получится. Хотя бы след найти. Вот ветерок маленько раздувается. Надеюсь, хотя бы на следы посмотреть, да, Андрюх? Ну, уж не до хорошего. Поцеловать след и домой поехать. Поцеловать след и домой поехать, точно. Как не двигатель, так и работает. Да, да, он нормально, хорошо работает. Но просто маленько прогреется. Пошла синева. Антон, объясни, пожалуйста, что вот это вот за палочка у тебя? Это мерка. Топливо в снегоходе замеряю. В каком снегоходе вот ты замеряешь так топливо? В тайге. Тайге, то есть смотрите. Усовершенствовали. Это вот рисочка. 20, это и плюс 10, еще плюс 10. Это когда вот едешь в поле, да, Антон, куда-то далеко? Да, ты да. Остановился? Меточку, палочку воткнул и посмотрел, сколько у тебя. А можно ли ехать дальше? Совершенно верно. Датчик-то есть, только он для красоты. Он для красоты больше, наверное. Вот такая вообще палочка. Всегда возим с собой. Обязательно замерять топливо, уровень топлива. Как думаешь, меня зайцы не увидят? Я думаю, что нет, ты белее снега. Да ты че? Я их брат. И вот я не знаю, увидит тебя заяц, нет. Брат-кролик, да? Но мы, по-моему, их сегодня точно не увидим. Все, выезжаем. Остановились с Андрюхой перекурить. Смотрите, вон козлик стоит. Мы на квадрокоптере сегодня с вами полетаем. Я вам покажу, сколько у нас их на самом деле. Вот он, бедненький. Бедненький, скачет. Пасется, мы стараемся их объезжать. Вообще к ней не подъезжать. Ну вот он, козлик стоит. А вот мы стоим. Вот такая вот у нас природа. Косули очень много, конечно. Ее найти без проблем, а вот зайцев нет. Но на косуле уже как полтора месяца закрыта охота. Ну, в полях снега немного. Шустро бегут. Ну, полюбуемся природой. Он зашел в лесок. Все. Полюбуемся природой. Фух. Сейчас день здесь и запустим квадрокоптер. Полетаем, покажем вам наши прекрасные места. Вы сейчас будете сильно удивлены. Зайцев нет, но косуль. Покажем сейчас. Нашли след. Слушай, снег-то какой мягкий. Очень тяжело будет идти. Нашли, ребята, след. И подняли зайца. Видели его прям, как он скачил. И мы, наверное, скорее всего, уже его не достанем. Скорее всего, он уйдет. Вот старые следы, а вот они свежие. И мы прям к нему подъехали. Нашли сперва старый след, а потом увидели вот новенький свеженький следок. О. И тут же он и поднялся, побежал. Еще косули везде эти бегают. Вот свежий след косули. Все в следах. Вот тут мы его видели, он побежал. Сейчас я попробую вокруг обойти. Может быть, подпустит на выстрел. Андрюха, я видел его, он сидел на краешке леса и пошел как бы влево, обратно в тебе. Смотри внимательно. Я понял тебя.
Все, Андрюха его взял, ребята. Андрюха его взял. Попал? А? Где? Готовый? Где ты его увидел? Я его там увидел первый раз. Он перебежал сюда, когда ты сказал. Потом он тут прибежал и тут ты сел. Ага. Он так сидел и на тебя смотрел. А я вон там, прям по средней полянке. Посреди полянки сел, снег прям. Ох, свежачок, белячок, свежачок. Молодец. Я видел его, он на краю леса сидел, пытался подкрасться. Нет, не подпустил. Пошел сюда, как бы. Я тебе говорю, по рации. Не пуганный, вообще не пуганный. В обратку пошел. То есть он даже не торопился. Да, да. Ну вот я его там на 100 метров видел. Может, на 70 метров не стал стрелять. Ну-ка, подними. Хорош. На солнышко сегодня, хорош. Вообще отлично. Последний день охоты. Не зря мы выскочили. Морозец, солнышко выглянуло. Да. Красота. Ну что, поехали дальше, вообще повезет. Давай. Ну не пуганный, не ушел ни в соседний лес. Не, все у него исхожено. Да, вообще там много следов. Вот он. Ну. Вот он, выбежал. Да. Вот ты вот стрелял, он вернулся раненый, да? Ну раненый, конечно. Ну, видишь, дробь пошла. Ладно, переезжаем. Нашли опять свежие следы. Где-то он тут и лежит. Может, мы уже его подняли. Смотри тут внимательно, может, я-нибудь выскочить сейчас. Тут вот вообще все истоптал он. Где-то он лежит тут, Андрей. Где-то вот под этой березкой под какой-нибудь он, возможно, лежит. А лету я не вижу. Выскочит. Где-то он здесь. В этих густых кустах. Где-то под березкой, под сосенкой. Ну, заяц тут, конечно, натоптал. Нереально что-то распутать. Обманул нас заяц. Солнце уже, он садится. Не нашли мы его здесь. В обратку след следующий пошел. Чуть дальше. И там мы его ищем. Обманул нас. Ну, не знаю, успеем добыть или нет до захода. Попробуем. Матерый заяц. Все, солнце почти село. Смотрите, что творится. Тут и не увидишь заячий след. Вот что они натворили тут. Живого места нету. Сняли кадры классные с квадрокоптера сейчас. Покажем вам, вставим в конце ролика. Посмотрите, сколько косули. Я вот сейчас обрезаю зайца, и следа нет. Он где-то нарастался там. Нету следа. Одна косуля. Ладно, ребят. Закрылись мы в 21-м году по зайчику. Такая-то у нас сегодня была охота. Пустые все равно не приехали. Сняли классные кадры с квадрокоптера. Посмотрите. Ну и кому понравится, как всегда, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Давайте всем счастливо. Всем пока.